разделяются на две категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. Это механический няня, который я сделал для тебя. Но он получится слишком няня, слишком заботливый. Что ты делаешь? Они же с ребенком. Мы тоже. Не тормози. Ну что вы теперь на это скажете, мой дорогой психолог? Нервы у нее определенно не в порядке. Она крайне возбуждена. Благодарю вас за то, что вы обратились. Ах, это вы репетируете, Зинаида Михайловна? Зибрахтер едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, кто же песенку поет. Ключи! Ключи же есть! Привычка! Туалета нет. Здесь нет туалета. Нету здесь туалета. Вы поняли? Туалета здесь нет. Хочешь спать, а хочешь спать. Продавщицы спорят. И видят у меня предзачет мой. С ним хлебнул, но то я. Такого хера нет моего размера. Ну что могу предложить? Вот пистолеты есть. 4 Вальтера, 1 Парабеллум. Тульский Токарев, он же ТТ, сегодня один. Извини, очень быстро разбираюсь. Поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошкой? Нет, с пюрешкой. Кокса хочешь? Наслаждайся. Поделись улыбкою своей. Она тебе не раз еще вернется. Нет причин для ненависти. И у меня тоже нет причин для ненависти. Слыхали про волшебного мальчика, рожденного в Вифлееме? Силой своего воображения представь себе, какой замечательный жилмассив будет здесь создан. Только в нем одном будет установлен 740 газовых плит. То есть ровно 740 раз больше, чем было во всем нашем городе до 1913 года. Винсент, что ты делаешь? Плита сломалась. Надо греть каждую ложку супа отдельно. Короче, нужен твой совет. Да. Конечно, давай. Ха, спасибо. Хорошо, мам. Подожди. В смысле спасибо? Все, что я тут бормочу, ты бы сказала и лучше, и умнее. Но оно тебе не надо. Можно просто выразить свою позицию кнопкой «Не нравится» или непрошибаемым комментом «И чё?». И заметь, никто не посмеет даже упрекнуть тебя в диалектическом релятивизме. Наверное, круто быть тобой.